Чё, понял, он шапки не носит, но косынки носит. Хочу вас познакомить со своей бабушкой. Бабулечка моя. Как дела? Пирожки, пирожки принесла? Пирожки с собой. Пельмешки? Да, и пельмешки. Зинка. Погрызем. Зинка. Пельмешки погрызем? Да. Да. Вторая камера включается, сложнее гораздо позвонить. Тучки, тучки, дождь. Морж, Антон, и я. Кто не знал, тот теперь узнал. Я тебя люблю, сливу ту и ту. Стул, 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 стул. Заел. Got two little horns and you're giving me a little food. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. She got horns like a devil pointed at me. Блять, как очковый пиздец. Классный дрифт, да? Классный дрифт. Олег, дрифт. Меня зовут Лена, мне 25 лет. 25 лет. Ты рассказывай, какую опцию больше всего хочешь заполучить? Опцию? Да. Значит, я выхожу на сцену, мне вручают корону так. За первое место. Так. Я иду в клинику, так. Делаю увеличение груди, так. Лечу в Дубае. Как думаешь, вот изменится как-то твоя жизнь, если ты победишь? Моя жизнь изменится, я ее каждый день меняю. А после победы? Серьезно. После победы? Да. Да. Умер и не заводится. Серьезно? Я вообще в ахуе, блядь. И чё это, блядь, за хуйня? Чё, я говорю, не беру. Сейчас, я беру. Сейчас, я тоже посмотрю. Я разочарован прям, ну неприятно. Заплатил столько бабок, хочешь тебе привезли, хочется кайфануть, а тебя, блядь, вот лопнет. Вот я сейчас даже не имею представления, куда мы едем, поэтому мне пофигу. Как с Ховринкой было, я подъехал и охренел. А сейчас я вообще испытываю себя, пацаны, потому что мне плохо. Как бы вам не пришлось меня нести. Братан, ты момент. В буквальном смысле от страха будешь там срать. Даже чем видеть. Это знаете, как это как в фильме, короче, сейчас уже не помню, как называется, русский фильм вышел с супергероями. Мы как четыре супергероя. Я человек-говно, я умею управлять говном тогда, когда нужно. Красава, ты кто? Я буду все взрывать. Взрыватель топор? Взрыватель, да. Все, кроме говна? Да. Говоришь? А ты что? У меня просто иммунитет на взрыв. Я чистое сыкло. Значит, мы дружим. Сыкло и говно, это где-то рядом. А ты, циклоп, твоя суперспособность, ты можешь сейчас подумать и глазом туда занырнуть. Как там ситуация? Срать можно? Ты на подходе. Говно на подходе. Короче, делаем так. Посмотрел. Посрал, поссал, взорвал. Все. Да. Кому ты их везешь в Дубай? К нашим партнерам. Все, можно не продолжать. Следующее. Что ты же... Вот как ты оценишь свои шансы на победу? Последнее место, думаю. Ну, не лукавь. Ты, я вижу, такая с характером, уверенная в себе. Ну, конечно же, первая. Первая? Что ты готова сделать, чтобы победить в конкурсе? Ну, ничего непристойного. А из пристойного? Сложного? Ну, чем-то пожертвовать ты готова?
Ну, я не знаю. Очень странный вид. Гены с Амираном нет уже. Подожди, давай сейчас. Огонь! Давай, давай. Огонь! Учимся. Может быть, таки... А нож, смотри, давай, говори. Ножи к бою. Смотри, как ты прошла сюда? Первый вопрос. Кастинг проходила. Какой кастинг? Через что? Баня, постель, сауна? Сейчас покраснею. Да нет, просто обычно. Еще раз, как тебя зовут? Сколько лет? Таня, 26. У нас условие 25. Я не знаю, кто тебя пропустил. Так я приходила в 25. А, тебе сейчас стало 26? Да. С днем рождения! Спасибо. Старушка. Все, проходи. Давай, следующее. Гранолом здесь. Говномет. Так, не надо сейчас шутить. Стой, стой, давай. Давай, давай, давай разбудим этот курятник. Давай взорвем нахуй этот курятник, чтобы они знали, что их взрывать идут. Тихо-тихо, мы шугаем, чтобы дети не ходили. А если там кто-то есть? Да я тебе, блядь. А будет громко. Сука. Снимай, снимай, снимай. Не разнесет эту хуйню. Блять, там вода, походу, была. Чего ты ждешь от этого конкурса? Я победы хочу. Вот победишь ты и думаешь, как изменится твоя жизнь? Не изменится. Сейчас заплакала. Можно еще раз показать ее несчастное лицо в этот момент. А зачем ты пошла на этот конкурс? Я давно хотела попробовать участие в конкурсах, и это мой первый конкурс, и да. Поэтому я тут. Все-таки не спиздела продавщица, когда сказала, что ей сильнее, чем взрыв пакеты. Зато дети ходить не будут. Здорово, бандиты! Привет всем! Здорово! Я! Вниз головой или спиной? Без разницы? Давай! Да! Теперь поднимайся! Выше, 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 поднимайся, 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 поднимайся. Наша любимая охрана. Улетели! Здрасте. Здрасте, здравствуйте! Мы вас любим, мы вас знаем, мы как вас всегда уважаем. Вы к нам. Мы вас тоже, вы откуда? Мы из Москвы. Мы из Москвы, понятно. У нас просто все съемки согласовываются. А мы только машину снимаем. А мы здесь... Вот у вас беспилотник летает. Да, машину снимаем. Убираем, убираем, все. Возвращаем. Особенно вот эти все полеты. В общем, долго разговаривал, говорит, что могло свечи залить и то, что... Ну, то, что мы и говорили, да. Да, потому что они загрязнили свечи из-за холодных посков. Ты там тебе записку написал, иди посмотри. Вот тебе записку написали. А знаешь, почему? Так надо ей объяснить, что я не могу, потому что у меня двери открываются вот так вот, блин. Как я буду ставить ровнее? Почему ей? Ну, почерк только баба могла.
Она, наверное, боится что-то с машиной только делать. Вот я уверен, это девушка. Потому что только девушка могла такое делать. А может быть, потому что ты не любишь женщин? Нет, почему? Я люблю. Видите, все здорово, но у меня такое ощущение, как будто то, что мы искали, находится вовсе не в больнице, а вон там. Да вон, посмотри, там здание находится одноэтажное, блин. Смотри, смотри. Вот там точно что-то есть. Здесь можно провалиться, Ген. Да вот, на фотках, помнишь, затопленное помещение было? Вот оно. Может, спустимся туда на площадку, посмотрим? Нет. Почему? Я не хочу. Все, с меня хватит этого дерьма. На площадку с той стороны, да? Да, вот, куда ты вот светишь, с правой стороны. Давайте мы тогда не будем прощаться с ней, а скажем ей до свидания этому месту. Короче, валим отсюда, придем летом. Столько сразу девчонок у меня здесь еще не было. Говорю честно. Первое, что хотелось бы узнать у вас, поднимите руки. Вот правда. Кто будет увеличивать грудь, если получит... Лет через пять. Ну понятно, окей. Кто еще? Все устраивают. А кто будет делать что-то другое с собой? Ринопластику. Ты хочешь что-то с носом сделать? Да. У тебя же нормальный нос. Ну, не знаю, мне не нравится. А что, ты увеличишь? Нет, уменьшить и поменьше сделать. Серьезно? Да. Мне кажется, на хомячков похоже. Чистичное признание. Я прям теперь мемы вижу. Хомячок и она. Давай мы тебе дадим камеру, что-нибудь запилишь там. А что ты там будешь делать? Сколько, какие веса поднимать будешь? Ну, максимальная будет конструкция, как называется, коромысло, 420 килограмм. То есть в два раза больше мотоцикла.